Добрейшее утро, дорогие мои друзья. Просыпаемся, нас ждут великие дела. Великие мешки под глазами. Меня. Как ваше настроение? У меня шикарное. Посмотрела на улицу, снега нет. Вот это единственный маленький момент, который меня не устраивает. Слышите, какой у меня сегодня харизматичный, хриплый голос? Будто бы, я не знаю, что, орала всю ночь песни. Слышите? В смысле, когда я говорю, а не когда я молчу. Доброе утро. Сама себя не узнаю. Вот разговариваю, а у меня ощущение, что голос не мой. Так, быстренько делаем все вот это вот на лицо, чтобы стать еще моложе, еще красивее. Хотя куда уж еще красивее-то. Ну, нет совершенства в мире. Давайте стремиться к идеалу. Мешки намазать. Все на вейдж. Вот здесь какой-то странный мешок, да? Да и здесь есть. Я вот так смотрю, мешков нет. Вот так смотрю, мешки есть. Негодую. Мы сейчас, знаете, что наклеим туда? Патчи. Если не сползут до этого, до уровня 4-го подбородка, подержатся. А то я сейчас намажу тут маслом всяким этим, не маслом, кто они. Вот этим всем делом ничего не удержится. Вот этого нет. Вообще. Завтра должна прийти. Открывала уже палочкой, ковыряла. Не доковыряла ничего. Давайте экстракт мурошки. Я перелила, видите, в какой удачный другой контейнер. Из-под новейджа экстракт мурошки перелила в другой контейнер. Проблемные места. Вот эти вот тоже кольца. Чьи они там? Венеры? Я не пойму, почему на мне кольца Венеры. Так, что готовим будем? Готовить будем. У меня вчера полночи из головы не выходило, знаете что? Рулька. Я очень хочу вареную рульку. Причем, раз люблю ее только я, можно сварить одну штучку, чтобы я поела вот это вот все дела, которые я там люблю. Ну, а бульончик я горячим выпью этот. Как холодец, только горячий холодец. В общем, вы меня поняли. Хаш, наверное, это называется. Мужу я вчера сказала, он говорит, теплый. Он же вообще терпеть не может. Вот ему надо холодец, чтобы был холодный. Чтобы там не было ни вот этой кожи с рульки, ничего вообще близко. Мясо только, курицу там закидываю, свинину. В общем, я ему говорю, да, мне хочется такую еду. Он говорит, я это есть не буду сразу. Пожалуйста, не ешь, мой хороший. Главное, чтобы мне хотелось. Я вчера рыбу красную достала. Вот и завтрак. Правда, завтракать буду через час. Я выпила коллаген. Все. Пойдемте хоть кофе поставим, мои сладкие. Добрейшее утро, мои хорошие. Просыпаемся. Хары спать.